День работников сельского хозяйства Чувашии завтра, но поздравления селяне начали принимать уже сегодня. В Доме правительства прошла торжественная церемония вручения государственных наград за заслуги в развитии агропромышленного комплекса. Имена самых достойных узнали и мои коллеги. Эти люди всю жизнь сеют хлеб, выращивают картофель, производят мясо и молочную продукцию, сажают сады. Они родились кормильцами и всегда помнят об этом. Аграрии Чувашии знают цену труда. Они выполняют важную миссию обеспечения населения качественной и экологически чистой продукции, а также продовольственной безопасности страны. Трудолюбие у наших предков считалось одной из наиболее ценных добродетелей. Сегодня наша общая задача – сформировать уважительное отношение к труду и людям труда. Крестьянский труд издавна был хоть и благородным, но тяжелым, особенно в период страды. На помощь аграриям приходят новые технологии – сельскохозяйственная техника, оборудование для животноводства, новинки химической промышленности. Все это требует грамотного применения, а значит и соответствующего образования. Не случайно среди награжденных механики, агрохимики, инженеры, лаборанты. Наша лаборатория... Она была аккредитована первый раз в 1996 году. В этом году требования у нас сменились, новый закон о аккредитации. И вы знаете, все лаборатории должны были пройти процедуру подтверждения компетентности своей. И мы в августе прошли эту процедуру. Сельское хозяйство Чувашии – одно из направлений, которое даже в сложный экономический период демонстрирует уверенную динамику. Ежегодно увеличивается объем государственной поддержки агропромышленного комплекса. За последние 5 лет в модернизацию отрасли вложено более 10 миллиардов рублей. Реализованы порядка 200 инвестиционных проектов, созданы тысячи новых рабочих мест. Глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал и о других мерах. Накануне подписан указ о строительстве новых клубных учреждений на селе. В дополнение к ФАПам, дорогам и новому жилью. Анастасия Алексеева, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков. Республика.